10 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. В соответствии с уставными нормами «Единая Россия» 28 мая провела открытое предварительное голосование по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии на выборах. Предварительное голосование прошло во всем Краснодарском крае, в том числе и в Славянском районе. Подробности в первом материале выпуска. В бюллетенях избирателям предстояло выбрать лучших из 37 кандидатов по одномандатным избирательным округам и 56 по краевому списку. Все они уже провели полноценную предвыборную гонку. В течение 4 месяцев участвовали в дебатах и встречались с жителями Кубани. Выразили свое мнение о том, кто достоин представлять «Единую Россию» на осенних выборах, более 108 тысяч жителей нашего района. В минувшие выходные они приняли участие в так называемом «праймерис» – предварительном внутреннем голосовании. В Славянском районе с 8 часов утра открылось 15 счетных участков. На участке на нашем проживает 11 тысяч жителей. Ну вот с утра у нас люди хорошо идут, прям наплыв такой. Голосование хоть и предварительное, но очень важное и ответственное, считают славянцы, пришедшие в этот день проголосовать. Ведь депутаты Законодательного собрания Краснодарского края будут принимать решения, оказывающие влияние непосредственно на жизнь нашего региона. Работа депутатов очень важна для всех, потому что принимаются те важные законы, которые потом руководствуется вся наша, вот край наш, это раз касается это законодательного собрания. Ну и потом считаю, что вот тот депутат, за которого я голосую, он очень достойный человек. Я его знаю не понаслышке, а по его конкретным делам, и поэтому... Ну, не только считаю своим долгом, просто обязательно вот, приходить и нужно голосовать. По результатам предварительного голосования «Единая Россия» определила окончательный список кандидатов на выборы в Законодательное собрание края. По одномандатному избирательному округу номер 22, в состав которого входит Славянский район, а также часть Красноармейского, в частности, хутор Трудобеляковский. Для последующего выдвижения на выборах прошел Виктор Чернявский. По партийному списку Роберт Паранянц. Напомним, выборы депутатов в Законодательное собрание Краснодарского края состоятся 10 сентября. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».